очень их люблю, имею много результатов в своей семье. Вот, и сегодня я эту любовь хочу передать вам, хочу передать свое понимание, видение и знание этих продуктов, для того, чтобы вы могли очень качественно улучшить свою собственную жизнь, свое собственное здоровье. Итак, так случилось, что жизнь современного человечества, вот развитие экономики, даже политики, образования и всех сфер нашей жизни сегодня подчиняется правилам и транснациональных корпораций. Сегодня все заточено на получение прибыли этих огромных организаций. Поэтому, если мы возьмем сегодня сельское хозяйство, производство пищевую промышленность, фармацевтическую промышленность, медицину и даже образование, то все сделано так, что эти сферы жизни, даже эти сферы услуг, как медицина и образование, должны приносить деньги. Поэтому сегодня здоровье самого человека зависит, конечно же, от его осознанности, от его умения ориентироваться в современной жизни. И если мы будем говорить с вами о том, как происходит, вот даже, знаете, последнее, я с биодобавками работаю 23 года, и я наблюдаю, как сегодня идет селекция популяции человечества не только на уровне, скажем, генетики, но на уровне осознанности, на уровне сознания. Люди, которые принимают какие-то для себя новые совершенно течения, помогающие сохранить и берут на себя ответственность по поводу своего здоровья, сегодня остаются благополучными даже в самых непредвиденных ситуациях. Итак, что же такое биодобавки, как я их понимаю, как я их вижу и почему они нужны современному человечеству? Надо сказать, что все так устроено в этом мире, вообще наш организм настолько простая и в то же время сложнейшая система, биосистема, которая позволяет, которая умеет самовосстанавливаться, умеет самоисцеляться. Для этого ему нужны вот тот набор микронутриентов, из которых он строится. Мы поедаем нашу пищу, и из всего этого организм разлагает на составляющие компоненты, на кирпичики, да, берет все то необходимое, из чего он строит свои клетки, органы, ткани. И, к сожалению, так случилось с современным человечеством, что настолько, скажем так, сегодня обедневшие почвы, что в том же сельском хозяйстве вносятся только три основных компонента, да, три основных минерала для получения высоких урожайностей, а нам нужно 53 каждый день. И сегодня питание человека настолько несовершенно, что даже если вы сейчас вот представите себе, что вы вошли в супермаркет, подошли к полке с молочными продуктами, которая ломится от ярких этикеток, от изобилия творожков, изобилия там, молока, кефира, всевозможных йогуртов, то вы поймете, что вся эта пища, она просто конструкторская. Она сделана из пищевых добавок, усилителей вкуса, порошка молочного, да, там каких-то белков дополнительных, которые вводятся. Но это не натуральное молоко. Потому что, к сожалению, я еще раз в силу своей профессии точно знаю, что того изобилия животноводства, которое было в Советском Союзе, давало нам натуральное молоко, его просто нет на Украине. И все, что мы сегодня едим в супермаркете, это действительно конструкторская еда, которая насыщает наш желудок, но никак не помогает выстраивать наши клеточки. Итак, что же такое биологические активные добавки? Это те комплексы, которые помогают нам привнести все необходимое для восстановления, для реконструкции, прежде всего, нашего организма, для выстраивания клеток нашего организма. Надо сказать, что когда человек получает все необходимые микронутриенты, то его организм, он настолько правильно умеет с этим работать, что включается система очистки, они у нас есть, включается система самореконструкции, самовосстановления. И сегодня биодобавки – это вот та база, на котором строится наше здоровье. То есть то, без чего оно просто быть не может. Итак, вот такая вот маленькая будет презентация биодобавки на осень. Что же нам нужно для того, чтобы мы могли с вами себя хорошо чувствовать, не болеть? При всем при том, мы живем в совершенно нестерильном мире. Да, даже если у нас идеальное здоровье, мы живем в окружении бактерий, вирусов, всевозможных паразитов. И от того, насколько тренирован наш иммунитет, насколько он силен, будет зависеть качество нашего здоровья.
И от чего же зависит здоровье человека? Здоровье человека прежде всего зависит, конечно же, от его образа жизни. Да, вот совсем немножко здесь в этом файле, наверное, вы видите, что совсем немножко зависит от наследственности, всего 10%. Медицина тоже обеспечивает здоровье человека на 10%. 20% влияние экологии на наше здоровье. И 60% – это образ нашей жизни. Надо сказать, что образ жизни сегодня да, вот он как бы и определяет здоровье наше. И все мы с вами здесь собравшиеся, конечно, хотим говорить о здоровом образе жизни. Что же он из себя представляет, этот здоровый образ жизни? Надо сказать, что здоровье человека – это вопрос всегда комплексный. Нельзя говорить, что только спорт или только питание, или только какие-то, скажем, водные процедуры, водный режим питания человека обеспечит это здоровье. Это все в комплексе. Здоровье – это и светлые мысли, и оптимизм, да, и умение работать, и ставить перед собой цели. И, конечно же, огромный пласт, наверное, ну, максимально зависит от того, что мы с вами едим и из чего строится наш организм. Надо сказать, что, я уже сказала, на сегодня мы не просто недополучаем, мы недополучаем правильное питание, нормальный набор микронутриентов уже из поколения в поколение. Это происходит, ну, наверное, не больше, чем 100 лет точно. И вы, просмотрев на как бы историю заболеваний своей семьи, прекрасно поймете, что здоровье вашей бабушки было гораздо крепче, чем здоровье вашей мамы. А ваша мама начала болеть схожими с вами заболеваниями гораздо позже, чем это прицепилось к вам. А наши дети, к сожалению, получают свое здоровье гораздо слабее, чем мы были в нашем их возрасте. И вы знаете, вот для меня знакомство с биодобавками началось совершенно не по самой там, вот, знаете, не вдохновение, а я искала что-то, что поможет мне восстановить и уберечь здоровье моего старшего ребенка, потому что к 13 годам мы переболели всем возможным и невозможным, что только можно придумать из детских болезней. И я как ветеринар понимала, что нужно что-то дать, нужна какая-то база, то есть не хватает каких-то витаминов. Но все, что мы давали из аптеки химического происхождения, совершенно никак не улучшало качество здоровья ребенка. И когда пришли биодобавки в мою жизнь, пошел результат, я открыла свое сознание на эту продукцию, и сегодня могу сказать, что больше любви, чем биодобавки в моей жизни, наверное, и не было. Так вот, здоровый образ жизни. Что решают БАДы? БАДы решают все проблемы по здоровью. Надо правильно сказать, что они не являются лекарствами, но они являются тем базовым решением наших вопросов, которое обеспечивает организму возможность самовосстановления. Потому что он настолько умненький, он знает, в каком месте, какого лекарства, какого компонента не хватает для того, чтобы восстановить эту базу здоровья. И когда мы просто едим биодобавки с молодого возраста, уверяю вас, вы имеете хорошую возможность прожить тот ресурс, который запланирован нашему здоровью, это как минимум 120-150 лет. Конечно, учитывая еще и правильное отношение к стрессовым ситуациям и так далее. Вот. Итак, БАДы способствуют прежде всего профилактике. БАДы – это та вот основа здоровье, которое, на которое можно строить всю как бы свою счастливую жизнь. И у компании «Ирсаф», почему вот я знаю, да, БАДы многих компаний. Я много лет принимала добавки фитоконцерна «Аркофарма» и считала, что лучше качества быть уже не может. И случилось так, что придя в компанию «Ирсаф», компания, в которой я раньше приобретала эти добавки, поменяла производителя. И у меня не оставалось шанса, как взять и попробовать то, что уже есть у меня вот в наличии. И если честно, моему удивлению не было конца. Потому что, имея такой, скажем, избалованный подход к БАДам, я считала, что я знаю все о БАДах. И вдруг я, принимая простую оливу, да, вот экстракт оливного листа, я считала, что это не самая высокого уровня технология, да, экстракция. И вот я на третий день понимаю, что я, которая имела много других ощущений по БАДам, получаю невероятную, вот,
Так, прилив энергии, такое ощущение, что мне привязали сзади батарейку. И вот настолько это было явно, настолько это было интересно, что, конечно, я открыла свое сознание и стала изучать биодобавки компании РСАК. Сегодня я вижу ряд преимуществ в этих биодобавках и очень хочу поделиться с вами своими открытиями. Итак, в чем же я вижу эти преимущества? Ну, во-первых, вы знаете, мне нравится, что это один производитель, что это есть кто-то конкретный, кто отвечает за качество. И что я хочу сказать, что БАДы компании РСАК сегодня меня потрясают своими возможностями. Прежде всего, мне нравится, он такой немножко необычный в моем понимании. Да, мы привыкли иметь многокомпонентные БАДы и работать с многокомпонентными БАДами, где много разных добавлено трав, экстрактов, каких-то биокомпонентов. А здесь вроде бы одна спирулина, вроде бы одно масло черного тмина, один артишок, одна моринга. Но я вам хочу сказать, что те результаты, которые я сегодня вижу на даже этих монопродуктах, да, они меня просто вот потрясают. В каком плане? Если мы берем одну спирулину, то это целый кейс необходимых организму веществ. То есть что еще, какое преимущество я вижу в базах компании РСАК? Это продукты, которые имеют очень высокую концентрацию действующего начала, поэтому работают быстро. Как и моющие средства в компании РСАК, они концентрированы, так и БАДы концентрированные. Поэтому, вот знаете, вот были такие моменты летом, когда было очень жарко, что в капсулке почему-то начал, вот этот порошочек, он превращался в смолу, да, вот такой, в общем. И даже эта ситуация показала нам, что в капсуле нет совершенно никаких порошков, которые бы разрыхляли траву, да, вот саму траву. То есть там находится чистое вещество, которое работает, и меня поражало то, что в каждой баночке лежит специальный контейнер, который обеспечивает сохранность этой капсулы от попадания влаги. Поэтому хорошо закрывайте свои баночки и не выбрасывайте эти беленькие таблеточки, беленькие контейнеры. Что еще мне очень нравится, что они такие, знаете, как многокомпонентные, работают на весь организм сразу. Они очень высокой концентрации, поэтому результат виден у каждого буквально с третьего-четвертого дня приема продукта. И они дают очень хороший, быстрый эффект выздоровления, оздоровления организма. Особенно те новые продукты, которые компания предложила нам как антивирусную программу, я имею в виду наш Протект. Мы подойдем к этим продуктам, я расскажу вам подробно о каждом из них. Но сначала я бы хотела говорить все-таки о базовых продуктах, потому что без базы, без базы вашего здоровья бесполезно говорить о каком-то выздоровлении. Но вот представьте себе, что ваш организм – это корабль, который плывет по морю, перегружен какими-то шлаками, токсинами, стрессами, вредными веществами, да, и вы плывете ниже ватерлинии. И раньше, чем вы уберете из своих трюмов все эти залежи, все эти, скажем так, ненужные вещества, раньше, чем вы не подниметесь на эту ватерлинию, говорить о восстановлении здоровья бесполезно. Иногда приходится ждать даже несколько месяцев, пока организм начнет очищаться от всего непотребного, что он накопил в течение там, какого-то периода времени. И надо сказать, что с БАДами РСАК нам это легко удается. Но вот буквально недавно мой результат совершенно, я даже не предполагала, что такое может быть. Я принимаю программу обычно комплексно, то есть несколько продуктов сразу. И вот буквально, может быть, кому-то это подойдет тоже для решения его проблем. Но вот такая комбинация готукола, спирулина и артишок, и пошел песок из почек, причем так явно, и это было вот буквально в течение 2 дней, потом все легко прекратилось, как будто бы ничего и не было. Хотя, в принципе, в общем-то, я никогда не страдала мочекаменной болезнью, даже не знала, что это есть. Вот, поэтому
При этом, при том, что я ем БАДы 23 года, и не было ни одного месяца, чтобы я делала перерывы, вот, пожалуйста, какие глубокие очистки идут на БАДах компании «Эрсах». Еще раз, качество, концентрация, технологии, которые компания использует, чистая трава, да, вот как без всяких примесей, дают вот такую, скажем, хорошую, быструю работу нашего организма по восстановлению и очищению. И, конечно же, пока организм не уберет все то, что он не смог выводить, потому что не работало, где-то не хватало каких-то веществ, компонентов, тех же ферментов, не хватало каких-то других веществ для того, чтобы организм мог включать системы очистки, ничего на реконструкцию он не потратит. Надо сказать, что иногда все люди, которые страдают, а мы сегодня все этим страдаем, такими застойными явлениями, потому что люди очень мало двигаются сейчас. Вся наша работа связана, либо сидим у компьютера, едем в лифте, едем в машине, едем в транспорте, и везде едем, очень мало ходим, очень мало двигаемся, очень мало активности физической проявляет человечество сейчас. И именно поэтому все болезни, связанные с застойными явлениями, сегодня очень популярны. И представьте себе, вы вкладываете в свой иммунитет те же биодобавки, да, вы повышаете иммунитет. Но при этом там, где какой-то застой, там что-нибудь живет. Эти вот все полости, они у нас, мы же не стерильные и живем в нестерильном мире. Поэтому вся сила иммунитета уходит на сдерживание тех квартирантов, которые живут в вашем организме. Вроде бы и БАД ем, а здоровье не восстанавливается. Поэтому, конечно, нужно помочь своему организму и двигательной активностью, и питьевым режимом, и каким-то комплексным подходом к решению вопроса для того, чтобы началась очистка. Она должна быть, она бывает иногда, скажем так, в виде обострений, но это нужно этому радоваться, потому что это именно так организм работает на восстановление своей функции и систем. И вот перед вами картинка. Я собрала такие, скажем, базовые БАДы, которые мы сегодня имеем возможность использовать.